70-летний юбилей отмечает депутат Госдумы двух созывов с 2000 по 2008 годы, председатель парламента Якутии 4 созыва, ныне председатель представительства акционерной компании «Алроса» в Якутске Виталий Высыгысов. Сегодня юбиляр чествовали глава республики Егор Борисов, коллеги по парламентской работе, члены правительства, родные и друзья. Начав трудовой путь с простого слесаря, горного инженера, Виталий Николаевич стал инициатором ряда федеральных и республиканских законов. Одна из заслуг Виталия Высыгысова – удалось сохранить государственные гарантии, коэффициенты, пенсионные надбавки для жителей Крайнего Севера. Также он был сторонником того, чтобы разработка полезных ископаемых принадлежала государственным предприятиям. Корректный человек, он очень внимательный, переживает за свои ошибки, может быть, какие-то, когда случались, как и у каждого. Рад успехам и республике. Ну, как бы он вообще-то... Мы не расходились в политических взглядах, но я могу отметить одно, что у него чувство, значит, любви к своей республике, к своему родному наследию, где он родился, значит, в Минском районе, к своей Российской Федерации у него не отнять. Он всегда сопереживал и всегда самооценка у него была, самокритичность была, ну, высокая, могу сказать.